Добрый день, с вами Ульяна. У нас сегодня в гостях глагол haben. Haben обозначает иметь. В немецком языке он используется немножко иначе, чем в русском. Если в русском мы говорим «у меня есть кошка», «у меня есть собака», «у меня есть дом», «у меня есть машина», то в немецком мы говорим буквально так. Я имею кошку, имею собаку, имею дом, имею машину. Послушайте, пожалуйста, как спрягается этот глагол. Ich habe. Я имею. Du hast. Ты имеешь. Er hat. Он имеет. Sie hat. Она имеет. Es hat. Оно имеет. У него есть. Wir haben. У нас есть, мы имеем ihr habt. У вас есть, вы имеете sie haben. Они имеют, и sie с большой буквы они, вы имеете. После глагола haben обычно ставится винительный падеж. По-немецки это называется аккузатив. Для того, чтобы поставить слово в определенный падеж в немецком языке, нужно изменить артикль. Артикли изменяются так. Артикль мужского рода der становится в винительном падеже den. Артикль die остается die. Артикль das среднего рода тоже сохраняет форму das. Множественное число die остается die. Неопределенный артикль ein мужского рода в винительном падеже становится einen. Женский род eine остается eine. Средний род ein тоже остается ein. А в множественном числе неопределенного артикля нету. Обычно после глагола haben мы используем существительное с неопределенным артиклем. Мы говорим: у меня есть кошка, у меня есть собака, у меня есть велосипед. Ich habe eine Katze. Ich habe einen Hund. Ich habe ein Fahrrad. Или во множественном числе мы просто говорим без артикля. Ich habe Bücher. У меня есть книги. Если же мы хотим сказать, что у нас чего-то нет, у меня нет кошки, у меня нет собаки, у меня нет дома, у меня нет велосипеда, то тут мы можем использовать отрицательный артикль kein. Он выглядит и склоняется точно так же, как ein, только к ein впереди прибавляется к. Kein. Ich habe keine Katze, ich habe keinen Hund. Ich habe kein Haus. Небольшая разница. Если у неопределенного артикля множественного числа нету, то у отрицательного артикля kein множественное число есть. Мы можем сказать: у меня нет детей. Ich habe keine Kinder.